Послание Серафима Саровского. Перейти Иордан. Это послание он продиктовал мне 17 января, перед самым праздником Крещения, и дал очень хорошую практику, которую, конечно, можно использовать всегда, а не только перед этим праздником. Итак, послание Серафима Саровского от 17 января. Здравствуйте, дорогие мои древние души! Я знаю, что многие из вас готовятся сейчас к празднику Крещения, и мне очень хочется, чтобы в этом году он стал для вас особенным, чтобы принес он вам очищение от всех ваших наслоений, скопившихся за многие-многие века жизни в дуальном мире. Пусть станет он для вас той вехой, которая отделит вас от старого мира и откроет вам путь в новый мир, который уже существует на нашей земле. И все, что вам осталось, это почувствовать его, войти в него и начать жить в нем. Конечно, не сразу это у вас получится, ибо очень трудно охватить сознанием своим этот великий переход из одного мира в другой. И поэтому нужен вам дополнительный толчок, некий символ, отправная точка, которая облегчит вам эту задачу. И как не лучше подходит для этой цели сей чудесный праздник обретения Иисусом божественной своей сути. Теперь я расскажу вам, что и как можете вы сделать, чтобы достойно перейти черту, отделяющую ваш дуальный мир от мира пятой плотности. Для этого вам нужно сесть в медитацию, расслабиться, глубоко подышать. И затем представить себя входящим в святую реку Иордан. Почувствуйте ее воды, омывающие ваше тело. Окунитесь на миг в нее с головой и представьте себе, что вода этой великой реки смывает с вас все, что налипло на вас за все ваши жизни, за все воплощения ваши в дуальном мире. Почувствуйте, как отделяются от всех ваших тонких тел слой за слоем все негативные эмоции, мысли, чувства, которые не дают вам продвигаться вперед, которые не пускают вас к свету. Медленно-медленно продвигайтесь к другому берегу этой реки, представляя себе, как тело ваше с каждым шагом, очищаясь все больше, становится легким, прозрачным, невесомым, светящимся, божественным. Ощутите это всем своим существом. И когда доберетесь вы до другого берега и выйдете на сушу, почувствуйте, что стали вы другим человеком, состоящим из света и любви, что не осталось у вас больше ничего земного, не божественного. А затем попросите Творца нашего опечатать вас своей божественной печатью, чтобы не вернулись вы назад, не переплыли обратно в мир третьей плотности, не свернули с выбранного вами пути. Все светлые силы Вселенной будут с вами в этот ответственный момент. Только призовите нас, дорогие. Серафим Саровский говорил с вами от имени всего светлого братства.